Слушай, я забыл сказать. Постарайся выполнить проникновение и всю дальнейшую миссию максимально тихо и незаметно. Да. Не нужно врываться и устраивать беспредел. Никогда не поздно изменить своим принципам. Вот именно. Или ты намекаешь на то, что уже успел меня ослушаться? Эй, Тейлз, не кричи. Неужели ты забыл? Максимально тихо. Ты используешь мои слова против меня. Но раз уж тебя уже заметили, то учини пару взрывов, дабы отвлечь внимание. Отлично, тогда я выдвигаюсь. До связи. Ты на связи? Да, я тут. Надеюсь, ты не забыл устроить пару взрывов? Я, конечно, понимаю, что любовь к разрушениям заразительна, но потерпи еще немного. Знаешь, я никогда не задумывался над этим, но... Вид руин такой благодатный источник для научного вдохновения. Вот, например, сколько углекислого газа выделяется, когда сгорает тот или иной материал. Я думаю, такого рода вещи только тебе и интересны. Ну, Эгману тоже будет очень интересно. Сколько лет понадобится, чтобы все восстановить? Ха, да нет. Он слишком ленивый для этого. Парадосок скотч, вот новый цех и готов. Хм. Слушай, не мог бы ты проверить, ожидает ли меня что-то интересное впереди? Похоже, что где-то поблизости тебя поджидает очередное робоподобие Эггмана. Дез-эгг-робот? Нет. Габариты куда внушительней. Как мне надоело это однообразие дизайна. Сколько ему не повторяй, больше не значит лучше. А он игнорирует мои мольбы и поправляет пятый подбородок. Встреча с ним неизбежна, так что всегда будь начеку. Самое уязвимое место в его броне — нос. Ну, значит, настало время сломать этот нос.
Отлично. До следующей связи. Тейлз, ты видишь то же, что и я? Да, это источник энергии, причем очень мощный. Энергии, можно сказать, моя специальность, но я даже предположить не могу, какого происхождения этот сгусток. Отдаленно напоминает хаос-энергию, но это определенно не она. Последний. Что? Слушай внимательно и постарайся понять. Ты простой человек, которым управляет Бог, а Бог — это ты. Обдумай услышанное и встреть меня около мастера изумруда. Если ты не явишься, то навлечешь гибель на всех, кто тебе должен. Что случилось? Соник, ты слышишь меня? Ты здесь? Ты жив? Да, я здесь. Из него вышла странная сущность и говорила со мной. Существо? Получается, мое предположение, что это был какой-то портал, не было ошибочным? А оно говорило с тобой? Кто это был? Он был похож на демона или на божество. Что-то подобное ехидно изображали на стенах своих храмов. Я думаю, по этому поводу нужно будет обратиться к ехидным. Напоследок он потребовал, чтобы я встретил его мастер изумруда и пригрозил, что если не приду, то мы все пострадаем. Не выполняй его условия. Что если это ловушка? Прости. Нет, нет, нет.